Вот, столкнулись сейчас ребята, которые пришли, вы не поняли. Ребята, которые слегка. До хера, эти тех до хера, человек по 200. Администрация. Выбрать камень, дурак! Они начали стрелять с огнестрельного оружия, увезли уже троих человек. Одно проникновение в голову, проникновение в ногу. Наши мирные протесты были поглощены кровью. И сегодня Луганщина должна знать, что они могут выйти безопасно для, на улице для того, чтобы выразить свой мирный протест, свою мирную ходу. И так будет. Сегодня избран новый министр внутренних дел. Сегодня выбран новый глава службы безопасности Украины. Сегодня выбран новый глава Верховной Рады. Это все представители демократических сил.